Приветствую подписчики канала, любители диагностики BMW, фанаты марки. Итак, сегодня рассмотрим такую утилиту, как из состава Standard Tools, как Toolset 32. Многих эта утилита вызывает трудности в освоении, но тут ничего сложного нет. Дело в том, что утилита на немецком языке и команды на немецком языке, и поэтому вызывает трудность, так как были бы она на английском языке команды, то таких трудностей бы не возникало. Ну, команды в основном такие же, что можно найти и в NKS Expert, и там Lesson и так далее. Ну, для того, чтобы освоить эти команды, нам нужен немецкий язык. Я использую вот такой немецко-русский словарь раритетного издания. Как мы видим, 61 год. Раритетный немецко-русский словарь. Очень полезная вещь при освоении диагностики BMW. Итак, собственно, как работать в Toolset 32. Нам нужно открыть PRG-файл нашего блока, который мы хотим что-то там с ним сделать. Какой блок откроем? Какой-нибудь моторный блок. Допустим, тот же MS-43 откроем. И здесь у нас в этом окне мы видим джобы. То есть работы, которые можно выполнить с этим блоком в Toolset 32. И вот здесь, в этом окне, у нас будет показываться информация по нашим джобам, как они выполнились и так далее. Ну, берем словарь немецкого языка и переводим джобы. Ну, инфо — это понятно, информация о блоке. Также различные статусы можно посмотреть блока. FS Lesson, там, например, это считать ошибки. Ну, короче, переводите с помощью словаря команды и делаете их. Ничего сложного здесь нету. Ident — это посмотреть идентификационные, ну, номера блока там, и так далее. Ну, короче, как я уже говорил, ваш помощник в освоении Toolset 32, вот это он, чтобы знать команды на немецком языке. Но если вы владеете немецким языком, то вам тут вообще делать нефига, как освоить Toolset 32. Все понятно здесь довольно. Используем какой, выбираем джоб и используем его, и все. Так, ну вот, все, думаю, понятно, что такое Toolset 32. Программа довольно позволяет очень много делать, очень много различных джобов, работ. Так что осваиваем. Ну, на этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, вступаем в закрытую группу. До новых встреч!